Если вы блогер или просто любите фотографировать, то вам наверняка известно, что такое экшн-камера. Это функциональная, легкая и удобная в переноске экшн-камера, первая модель которой вышла еще в 2004 году. По сей день популярность таких устройств только растет. Однако, как и другая техника, они не застрахованы от поломок, разнообразных технических сбоев. Происходят они, как правило, в самый неподходящий момент и всегда нуждаются в скорейшем устранении. Среднестатистический пользователь для начала пытается починить свою камеру самостоятельно, в частности, справиться с такой проблемой, при которой она перестает включаться. В большинстве случаев самостоятельные попытки ничем не заканчиваются, поскольку для качественного ремонта такого сложного устройства, как экшн-камера, требуются специальные навыки, знания и постоянное повышение своей квалификации. Чтобы не терять время, а также не спровоцировать возникновение других, еще более серьезных неисправностей, стоит сразу же обратиться к специалистам сервисного центра по ремонту техники и электроники. Здесь проведут диагностику вашей экшн-камеры и определят, что именно вышло из строя, нуждается в ремонте или замене. В сервисном центре ASC Service ваша камера будет продиагностирована на новейшем европейском оборудовании. Мастер проверит, нормально ли заряжена батарея, в каком состоянии находится карта памяти, посмотрит настройки, иногда они выставлены неправильно. Ремонт экшн-камер всех брендов и моделей в компании ASC Service завершается в самые короткие сроки, а на все работы и услуги предоставляется отличная гарантия. Узнайте больше, ознакомившись с закрепленным комментарием и с описанием к этому видео.